Скуби-дуби-ду. Наю. Та-там. Та-ра-там. Та-та-ра-тар-тарам. Тар-тар-там. Тар-там. Тар-та. Везде, блядь, надпись парадокс впихнули. Ну вы что, блядь, совсем что ли ебанулись? Рекламный ролик. Enter at your own risk as Scooby-Doo and the gang go digital to delete a ghostly phantom virus in deepest cyberspace. It's the all-new movie Scooby-Doo and the Cyber Chase. Coming to video cassette and DVD October 2001. И не кадры из игры, да? И не кадры из игры. Такие вы молодцы, прям. Я в опциях был? Да, был. Нет, не прошел, я ее оставил. Есть пройду краш и... Скуби, да мы теперь звезды этой игры. Я прям... Слушай слова, хозяин. Что за нафиг? Зонг! Что? Господи, это же призм! Я с тобой, Скуби! Побежали отсюда! Убегите! Но вам Скуби, нужно убегать! Зоинг! Что? Нам пора сваливать! Привет, ребята! Вот они. Что случилось? Понимаешь, мы увидели призрак! Просто поразительно. Мой тут секс-бомба. Доктор Веб просто надорвался. Да, я не хочу в этом участвовать. Да уж, просто супер. А то вылез этот хрящ и сказал то, что везде монстров расставил. Дай посмотрю. Это что, звук Сайрекса? В активном компьютере есть новое сообщение. Тут накаляка на то, что я великий вирус, блин. Я всегда буду править, блин, и побеждать, блин. А вам я по башне надаю, блин. Похоже на вирус. Кажется, у нас по башне вам даю, блин. Но, Фред, как нам захватить его? Мы разделимся. Дефни и я пойдут искать ловушку. Дилма, ты останешься тут и попробуешь понять, где находится этот вирус. Дилма? А вы, ребята, будете проходить кто? Уровни. И если там увидите вирус, то хватайте его. И мы тогда уже с ним разберемся. Ну-ка, стойте, лентяй! Ну же, нам необходима ваша помощь. Мы так и хотели перекусить. Нам нужно в буфет. Двойной порции. Никогда. Ни за что. А за целую коробку. А если это шоколадный попкорн, Скуби? Если так, то договоримся. Да, это вкусно. Мне кажется, как они мыслят одинаково. Поработаю, а вы начинаете. То есть они оба отказались от двойной порции, от коробки. Ну шоколадный попкорн, да. Тут, а я попробую открыть другую дверь. Так уж получилось то, что этот уровень только на одного игрока. Вперед, парни! Желаю удачи, она вам пригодится. Дилма, блядь. Ну чё? Saving your game is always a good idea when there's a phantom virus around. Come and see me whenever you want to save your game or take a break. Нагле. Сохранимся сразу. Проверим, место есть, нормально все. Все отлично. Выход. Так, это у нас как краш, да? Правильно? Вон один.
Классическая Япония? Где-то да. Скуби, ты слышишь меня? Ты сейчас находишься в Японии, в одном из самых красивых мест в мире. Но из-за этого гадкого призрака тут стало опасно находиться. Действуй уверенно, Скуби. Я буду искать ловушки, а ты ищи вирус. Мы верим в тебя. Все верно, Скуби. Удачи тебе. Вперед. Так. Управление пушка, блядь, прям сразу предшаган, если я не позорвался. Вот они будут каждые 2 секунды названивать, говорить какие-то очевидные вещи. Вот, бери вот это. Я знаю то, что ты голоден, Скуби, но эти пироги вовсе не для еды. Кидай их мерзких монстров. Пирог. Like you. Охуенное начало, слушай. А, тут есть двойной прыжок, понятно. Вот не стал туториал читать. Чё это? Используй прыжки и удары, Скуби, чтобы открывать ящики. Там могут быть полезные вещи. Подпрыгни, а потом жми круглую кнопку, чтобы ударить, пока ты в воздухе. Они все круглые. Ну чем не крэш? Скуби, эта охрана у ворот не выглядит слишком дружелюбной. Попробуй закидать их пирогами. Для этого нажимай кнопку крестик, удерживай ее, прицелься, а потом отпускай. Чё, блядь? Квадрат же нужно нажимать. Окей. Я понимаю, это хилка. Бойся этих ниндзя, Скуби, они выглядят опасными. Хорошо. Вот это меткость. Конечно, очень это назойливые подсказки. Но не как в Мегамене, в X5. Где через слово подсказки. Молодец, Скуби, у тебя все получается. Этот темный символ является контрольной меткой. Собирай как можно больше. Если у тебя вдруг закончится энергия, то тебе не придется начинать игру сначала. Хорошо, Скуби, у тебя все здорово, твоя собака уже на месте. Ты захочешь схватить их, когда увидишь вот так. Если ты потеряешь всю свою энергию, ты не сможешь начать играть заново. Из того, что она мне сказала вслух, из того, что написано. Хорошо, все понятно. Есть только одно предположение. Это чекпоинт. Да. Это не я. Ой, а кто это? Боссман, не оправдывайся. Ах ты пес. Да. А Destroyer Dink красавчик. Нин. Ай. Действительно, он не пес, он Скуби-Ду. Слушай, каково совпадение?
Каково совпадение? Я сейчас только задумался. Вчера ж Скуби-Ду анонсировали, не? Сериал, что ли, с актерами? Или что-то типа того? Каково совпадение? Эскимо. Потрясающе. Топорное, конечно, управление. Йогурты, хой йогурты, йогурты, хой йогурты. Да. Я только этого воспринимаю как шаги. Какого? Мэтью Лилларда. Он слишком хорош. Жалко, что он уже подстароват для этой роли. Я могу просто бежать. Зачем мне их бить-то? Что это? Подбери это, Скуби, у тебя появится дополнительная жизнь. Так, это ладно. Окей. Чего? Чё за хитбокс-то, ёпта мать? Блять, они решили теперь мне, что ли, рассказать, что есть двойной прыжок? Вы чё, блять, совсем, что ли? Или есть тройной прыжок? О, нихуя, стелс? Это стелс? Это, видимо, конец уровня. В смысле 31 штуку не взял? Я все взял. Чего, блядь? Ничего, началось-то. Окей. Ну, часа на 4 как минимум, если я тут буду все собирать. Домой еще рано, Скуби. Эти коробки помогут тебе перейти на другой уровень. Ты еще в Японии, поэтому вперед. Going Quackers прикольно. Так. Давай попробуем просто бежать. Насколько все изменится? Ой, блядь, тихо. Да тихо ты нахуй. Или все-таки придется это все собирать? Ну даже что-то теперь не знаю. Going Quaker Stop. Это Абдулин Шот. Ну, Dreamcast я планирую после PS1.
Но когда конкретно, сказать не могу. Здесь скорик. Вы еще не ложились? Ты, походу, не ложился. Я дважды успел поспать за сегодня. Давай там свою эту кусаригаму убери. Дому дороги. Дому дороги. Спасибо, Канатян, за рейд. Вот этот человек, который ответственен за то, что я не выспался. Вот она. Вернее, за то, что я устал. Спасибо, Канатян, за рейд. Привет. Как Кастельвания? Канатян играет Кастельвания Symphony of the Night, кому интересно. Только начала первое прохождение. Я так понимаю, ей пока нравится. Предчувствую. Хэдхантер по второму разу? Не знаю. Все, еще всю ночь, короче, настраивали эмулятор. PS1. Я не думал, что могут быть такие проблемы с эмулятором. Ну вот случилось то, что случилось. Убила сиськи с червяками. Я видел, ты была в библиотеке. Ха-ха, thank you. Там этот. Я, блин, вчера видел видео Man of Medan с персонажами Скуби-Ду. Блядь. Это так странно. Ой. А ну домаш снизу. Что-то я перспективу не улавливаю. Пастор поет, и люди сидят на ветках дерева. Что? Я не знаю, что это. С паромщиком познакомилась. Ага. Хорошо. Надо будет пересмотреть. То я что-то кусочек пропустил, потому что я уснул. Ну что-то делает там это, что-то так как-то прям так комфортно что-то было, прям где-то я еще поел, короче, это меня размягчило. Я потом пересмотрю после своего стрима. Да, прям хорошо что-то так было, прям. О, бежит! Не бежи на меня. Если кто-то знает, что это за песня, что это за клип. Напишите вам, Вискарик, потому что я что-то клипы уже давно не видел. Никакие. Поэтому я не знаю, что это за клип. Ну, покушать возьму. Давай. Скуби-Ду, да, был главным героем. Это Зикур. Это Макс Вуд. Йогурты. Я не знаю, что это, я лучше это перепрыгну.
Блин, а Канатян уже убежал, наверное. Хотел спросить, как игра в целом нравится, нет? А, конечно, фанат Метроид Вани. Я поняла, что теперь будет намного опаснее, Скуби. Вирус-призрак должно быть где-то здесь. Будь осторожен. Чего? Очень зашло. Ну, у нее сейчас наверняка происходит Bloodstained флешбеки. С некоторых моментов. Это Кириадон. Я думал, это тень сначала, потом присмотрелся. Нет, это яма. Офигели вы, что ли? Что, в прыжке можно кидать, что ли? Ищи себе. Не, ну, Going Quakers, конечно, в сравнении с этой игрой, просто какая-то термоядерная на скорости просто игра. Здесь что-то прям такое все медленное. Бля, у меня пироги кончились. Бля, у меня пироги кончились. Бля, у меня пироги кончились. Что делать-то? Пироги кончились. Что делать? Есть, блядь. А я же не промахивался. Как так-то? Зуньк. Ачивочки, ачивочки, ачивочки. По объявлениям VVU звонил. Ну, сегодня выходные, как бы, ну. Вот что, тебе люди будут сидеть в выходные и ждать, когда их объявление примут? Да ну нет. Чё здесь так много противников было, а так мало пирогов? Даже пирогов не хватает на этот. Что за ерунда? Так, левел 3. Ну что, здесь босс будет? Или чё? Ты лучше в будни пиши им. Кажется, ты обнаружил одного из призраков в городском автобусе. Ты должен победить его и изгнав из Японии и остаться целым. Во всей твоей фразе меня смутила только одна вещь. В городском автобусе, простите. Не послышалось? Хорошо, Скуби, ты должен обратить внимание на воинов-охранников, и ты должен их победить. Избегай нападений, пока у тебя не появится шанс. Потом бросай в них пироги. Трех попыток должно хватить. Ты готов, Скуби? Трех попыток. А, у босса 3 хп. Блин, не готов. Блин, серьезная игра? Санторио. Не Санторио. Блин, ну а что, у меня пирогов нет теперь, и что делать? А дайте пирогов-то. А у меня нет пирогов, что делать-то? Зачем мне пишут шанс, если шанса нет? Так у меня же был хп. Че? Yeah.
А, я понял. После первой атаки он делает это два раза, да? Это Блэзер. Чего? 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 А? Ау! Ты справился с Куби, молодец. Забирай эту коробку с едой и уходи оттуда. Это СП? Когда пройдем 100, то будем новые сотни набирать. Нет. Спасибо. Ты домой, что ли, приехал или что? Что я не пойму. Тебе же еще вроде как месяц. Или не, подожди, не месяц. Два. Три. Так, первый мир прошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть миров, ёпся. Шесть миров. Дегу-гегу-гегу. Вы слышите это? Это роботы из Mortal Kombat так бегают. Чё? Ты всё, да? Ну. Да даже не похоже, это один и тот же звук. Так, Древний Рим. Появился шанс. Кажется, это наружная сторона. О! О, мы играем за шаги. Зоинк! Надо же, я нашел здесь какие-то странные скелеты. Надо же, я нашел здесь какие-то странные скелеты. Заебись, правда. Ой, блядь! А чё ты не прыгал-то? Ты чё, дурашка? Да, он как-то странно прыгает, прям очень сильно. Писец какой-то. Я сейчас просто две жизни просрал. Загрузился вообще? Че ты даже лоудинга не увидел? Загрузилось? Да, загрузилось. Странный какой-то платформинг, реально. Я тебя жду. Я ж тебе сказал, а без тебя играть не буду. Ты чё? Когда Тян вернулся. Приятного аппетита.
Как тебе Кастельвания-то? Извините. Есть курить. Просто меня все убивают. А, это нормально. Нахер эти квадратики, треугольники, вернее. Что убивает этот норма? Хотя последний раз, когда я играл, меня особо не убивали. Ну я там уже был прошаренный, готовый ко всему. Так, я подозреваю, что... Ёб твою мать. Что такое платформинг внезапно лютый стал? Сол, еще, блядь? Я в домике. Как это работает? Слышь ты! Говно. Ты шаришь? Конечно. Столько читать про эту игру на первом прохождении. И то до конца ее не понять полностью. Все тонкости. Че пишут? Да много чего. Наверное, то, что массив там пишут, найдешь, когда... какой-то предмет, я там наспойлерю, короче. Ну чё, он так написал в чате. Ну это будет дельная подсказка, я тебе отвечаю. Нахер это собирательство. Почему это второй уровень? Он реально лютый. Он реально лютый для второго уровня слишком. У нее есть терпение для таких игр. Понятно. Да. Я проходил все, по-моему, 2D Кастельвании, кроме тех, которые в Метроидвании. Там две осталось.
или 3, не помню. Ну, Chronicles я точно проходил. Причем не так давно, на неделю 2 назад. Зоинкс! Надо бежать, Скуби! Зоинк! Тут вообще нельзя факапить, что ли? Что-то больно быстро он за мной бежит. О-о-о-о, не надо! Они не стали париться, да? Я так понимаю, да? Судя по всему, да. Они не стали париться, короче, делать им какую-то анимацию остановки, да? Ой. Я вообще все, что соврал в этом уровне. Треугольнички не собрал, а все остальное, да, есть. Почему все прям так это... фанаты... Она что, хорошая? Это фанатская версия Код Вероники. Я сколько на нее смотрю, днище полнейшее. По крайней мере, пока что. А если станет лучше, то Capcom ее выпилит. 100%. Даже не обсуждается. Только начали. Тебе еще 6 миров проходить. Ты уберешь? Не уберешь, видимо, да? Получение дамага за шаги прям как этот, как его? Как получение урона в Кастельвании. Тебя прям отталкивает назад. Да что ж такое-то, ну? Это все за бутер было? Опасно было. Ну, тут я как раз и не прошел. Chronicles, ну это, блять, обычное Кастельвания. К
классическая. Ни Metroidvania, ничего такого. Просто классика. Они, судя по всему, с какими-то ягодами. Он когда их кидает, они какие-то красные. Слышь, чего? Холоп. На-ка. Не надо. Хоба! Недолет. И пирогов нету больше все. Эк. Все потратил. Окей, все собрали. Время финишной прямой, судя по всему, да. Так, и босса. Финишной прямой и босса. Норм ли она? Ой, Chronicles. Она как... Как говно. Она как первая. Такая же сложная. В целом все то же самое, то есть, ну, прыжок, лестницы, удар, обычно все. Игра годная, но она может поддушить. Вот что я хотел сказать. Лев. Настало время проявить свою храбрость, Шаги. Избегай шары, которые в тебя бросают скелеты-гладиаторы, и убегай к выходу. Потом дождись, когда он устанет, и используй этот шанс. Три броска пирога, и ты выберешь... В какой игре я это видел? Это не в Краш или в третьем было, нет? Когда сверху из Колизея кто-то что-то в тебя кидал? Потом появлялся босс, и нужно было его убить. После уворотов. Да не хочу я иметь дело с этими шарами. Ладно? Ладно. Так. Ну, поехали. Так, они чисто в меня летят? Чего? Нет, еще было не готово. В какой, блядь, момент-то кидать нужно? Вот в этот. Окей. Никогда такого не было, и вот опять, да. Да охуел, что ли, блядь, слышь, лев вшивый. Да хорош! Еба он быстрый. Еба он быстрый, жесть просто. Он очень быстрый. Может быть, стоит прыгать? Не знаю даже. Здесь он, смотри, после первой атаки он
короче, вверх прыгает. Здравствуйте. А! Уап-уап-уап. Уап-уап-уап. Давай. Просто бежать по кругу. Есть курить! Вы что, уважаемые, охуехали что ли? Так, теперь он прыгает. Он будет по очереди это делать или что? Красиво. Блять, мы же закончили. Alright, man. Зоинк. Шаги, собака сутулая. Окей, есть. Два мира есть. Как теперь расслышать это? Это что? Ага, нет. Нет! Конечно же, ледяной уровень будет. На чем-то. А. Как без него-то? О! Ты приземлился у ледяной пещеры в районе Арктики. Вирус-призрак должен быть где-то здесь. Не пропусти его. Ничего, такой приоделся, смотри. О! Стильный. One up. Подожди, это ломать нужно? Все батюля не убийца. Тихо там. Не буду слушать. А! Нет! Нет, нет, нет! Нет! Нет, нет, нет! Нет! Что происходит? Сосулёсины! Да вот и я сейчас задумался о том, а что лавовый будет? Шаги такой счастливый, когда прыгает. Не нужно испытывать меня. Тихо. Сука, это анимация. Тихо. Фух.
Пошел, что ли? Давай, заходи еще. Зачем? Я пытаюсь это собрать. Зачем? Я же знаю, что это ничем хорошим не закончится. Ой, а как так-то? Во! Ай-яй-яй-яй! Тихо. О, не. Чего? О! О! Ля-ля-ля-ля! Не-не-не-не! Ну что это такое получится? Так, спокойно. Не надо! Тихо! Блять, иди ты нахуй. Потом, да. Потом. Блять, игра, вот тебе. Серьезно? Найс. После этого 4 мира еще. Нормально. На пару часиков, я думаю. Это нужно сделать очень быстро, Шаги. Ты можешь использовать эти санки, чтобы быстро съехать вниз. Ты можешь тормозить и поворачивать, но не сможешь остановиться. Так что будь осторожен и остерегайся, пингвин. Нет. Нет. Не пойду. Подожди. Я сохранюсь, я просто знаю такие уровни. Это сейчас я, блин, все жизни просру. Не надо, не. Лучше сохранимся. Credible.